Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, звание Героя Российской Федерации и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации присвоено Новицкому Олегу Викторовичу, космонавту-испытателю. Разрешите мне поблагодарить вас о оказанном высоком доверии и присвоении такого высокого звания, как Герой Российской Федерации. На протяжении последних почти 25 лет самой высокой наградой для меня это были часы за личное мужество, которым я был награжден в Буденновском штурмовом авиационном полку за вашей подписью. Поэтому сейчас я хочу сказать, что весь наш отряд космонавтов, все мои коллеги и друзья готовы в перспективе, в будущем, с полной отдачей работать на орбите для того, чтобы с тем, чтобы выполнять все поставленные правительством, руководством Роскосмоса задачи, для того, чтобы наши люди, наши дети могли спокойно работать и учиться, чтобы мы сохранили те природные богатства, которыми одарила нас наша Земля, и чтобы наше государство, наша Российская Федерация занимала сейчас самое высокое место в мире, как оплот надежности, благополучия и грамотного сохранения силы и справедливости. Спасибо. Ревину Сергею Николаевичу, космонавту-испытателю. Тарелкину Евгению Игоревичу, космонавту-испытателю. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награждены Падалка Геннадий Иванович, Герой России, инструктор, космонавт-испытатель. Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награждены Леонов Алексей Архипович, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР. Маленченко Юрий Иванович, Герой России, инструктор, космонавт-испытатель. Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени награждены Кононенко Олег Дмитриевич, Герой России, инструктор, космонавт-испытатель. Савицкая Светлана Евгеньевна, дважды Герой Советского Союза, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые товарищи, я воспринимаю эту награду как награду всем моим коллегам, моим товарищам по Государственной Думе, награду нашему комитету по обороне Государственной Думы. Мы все эти годы делали все для того, чтобы наша армия была сильна. И сегодня все вы, может быть, уверены, и вы, Владимир Владимирович, что все ваши предложения, которые будут направлены на укрепление нашей обороноспособности, на развитие техники нашей обороны, будут нашим комитетом, да и Государственной Думы, будут обязательно приняты в первую очередь. Нам это сегодня очень надо.